Всем приветшки, мои дорогие, с вами, как всегда, я, и мы продолжаем прохождение по этой замечательной, странной игре под названием Destiny. Надеюсь, вам понравилось предыдущие выпуски. Сейчас мы находимся в какой-то жопе мира, в жопе мира весело, красиво, мне нравится. Надеюсь, там так и будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Не ожидал я, что тут будет так больно. Ну, хотя бы пушечку подняли. Оп. Красочку. Так, ну это не скоро. Какие-то странные помехи мешают работе моего оборудования. Сможешь найти их источник? Да, конечно. Что же это за форсирующая такая частота-то? Частота-то. А давай ты не будешь таким засранцем и не будешь от меня убегать. Нужно больше, ребята, Зули. Иначе я не смогу найти, в чем проблема. Так. Мы обнаружили у улья фрагменты какого-то приспособления. А, ненавижу, когда эти жуки что-то затевают. Тут точно добра не жди. В тоннелях помехи еще сильнее. Экспериментальной техники улья здесь не место. Уничтожь ее. Хм. Ну ладно. Пока что даже есть что надеть. Я думаю, оставлю пока так, как есть. Есть ли выполненные миссии? Есть, почти. Убийств гранатами осталось еще 2 раза. И множественное убийство с суперспособностью остался 1 раз. Вот. Я думаю, я не буду выполнять это мероприятие, по крайней мере, если оно не будет мне через секунд 10, там, к примеру, появится. Но навряд ли. Через 2 минуты еще только. Нафиг. Тем более, что у нас здесь есть мероприятие поинтересней. Неплохо. Так. Я вот думаю, вас надо поубивать немножко. Надеюсь, вы не против. Так. А ему неплохо башку снесло.
Это какая-то хрень, которую надо взорвать. Неплохо. Это усилитель сигнала. Они пытаются что-то призвать. Надеюсь, мы убьем это что-то. До того, как они призовут это что-то. Это было бы не очень хорошо, если с ним придется, если сражаться. Опять ты большая нехорошая мразь. Темный кокон тебе не поможет. Ну, выполним сразу два. Так вот. Я перехватил фрагмент сообщения. Саватун, поднимись из глубин, овладей нашей силой. Чё-то хрень какая-то. Ладно. Давайте зайдем вот сюда, в предметы, быстренько выполним. Раз. Два. Красавчик. Ну не, просто можно будет потом снаряжение более хорошее доставать. Плюс у нас почти готов левел. Это определенно... Люсик. Так, не хотел бы я, чтобы какой-то саватун, чтобы его там поднимался. А вот за левел я за. Поэтому говно лучше вблизи не особо подходить. Убьет нахрен. Отлично сработано. Мне понадобится время, чтобы разобраться во всем этом. Обряды Улья не сулят ничего хорошего. По сути, вся их магия основана на науке. Я легко с этим разберусь. Хм. Зато нам дали хорошее оружие. Нормуль сойдет. Так, и больше миссий нету. Полученные данные. По всему Марсу разбросаны загадочные тестировочные узлы. Каково их предназначение? Вот я тоже, блин, не знаю, что за хрень. Но один какой-то я добыл. Ладненько, надо будет сейчас посмотреть, что делать дальше. Оп. Так, нам, по-моему, нужно в ЕМЗ. Ага, точно, точно. Все, значит, туда и полетим. Так. На землю, на землю. Часть мероприятия, в принципе, давайте вот сюда поместимся. Я думаю, буду не против. Пара-пара-пам. А мы летим домой на ЕМЗ. Как же все это долго загружается. Так. Есть ли здесь какой-нибудь сундучело?
Ладно, поехали. Хотя стопы. Мне вначале же надо с ним поговорить. А с другом с нашим веселым. У него там что-то для меня было. Столько добиться на этом континенте еще с прошлой войны никому не удавалось. Теперь я понял, что сражаться важно за всю нашу историю. Оказывается, за пределами стен есть целый мир. Я собирался вернуться домой после войны. Но теперь хватит и 8 поколений, живших за стенами. Может, когда доживем до 9-го, назовем его в твою честь. Ха, всему свое время. Было бы неплохо. Отлично. Убийство силовым, убийство прицельными выстрелами. Надеюсь, это тебе пригодится. Ну, выполню. Нет. Мне нельзя отвлекаться. Надеюсь, ты понимаешь. Я, кстати, понял, чем убивать те хрени. Обычное. Это все фиолетовое. Вот надо сохранять хотя бы одну штучку каждого из. Допустим, вот так вот заблокируем. Мне нужны еще другие. Ладно, с этим я разберусь, думаю. Жду твоего сигнала. Угу. Так, ну ладно, с этим я разберусь. Будем помогать всем. Пока едем. Мы молодцы. Как закончим поездку? Будем не очень молодцы. Поэтому все укладывается в одно. Пошел нафиг. Вгребанный военный разум. Нам нужно выманить Зола, привлечь его внимание. Не уверена, что хочу знать, что может заинтересовать Червебога. Свет, мы перехватили сообщение Красного Легиона о фрагменте Странника, который откололся от него во время нападения Гоула. Зол не сможет устоять перед его светом. Одержимые блокируют мои сенсоры. Одержимые? Они тоже ищут фрагмент? Неважно, нейтрализуй их! А я чем, по-твоему, занимаюсь? Ну, точнее, я с падшими пока развлекаюсь. Но уже скоро доберусь до одержимых. Ау. Ишь, вы что задумали?
Так. Вы куда это там? А смогете меня убить-то? Ау. Больно вообще-то. Вас это не смущает? Меня он смущает, что мне больно. Блин, почти умер. Так. Ну же, умирай. Отлично. Осталось в последний раз посражаться с ними. Я поймал сигнал. Фрагмент близко, но он здорово отличается от других частей странника. Хм. Кажется, мы наставили всем люлей. Пещера. Заодно зачистим. Почему нет? Завала. Даже если этот план сработает, как мы победим Зола без помощи Распутина? Не хочу возвращаться к этому разговору. И я уверена, что Распутин — это единственный шанс остановить Зола. Нам нужна Валькирия. Мы уже выходили победителями из безнадежных ситуаций. Без Распутина. Ну, в принципе, да. Но в этот раз получится, интересно. Ну этой хрени сильная отдача, скажу вам, друзья. Ну-ка, покань мордочку. Ладно. Приду к вам так. Одержимые создали щит вокруг фрагмента. Хм. Ну-ка, заскань. Мы не можем подойти близко. На орбите Земли наверняка остался хотя бы один военный спутник. Я постараюсь сменить его траекторию. Хм. Сюда идут враги. Оставайтесь на месте. Я нацеливаю военный спутник на вашу позицию. Понял. Ну, скажем так, я постараюсь.
Незауязвимый засранец. А почему неуязвим? А хрен его знает. Так. Минус. Шикозненько. 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 Еще раз шикозненько. Ждем, пока у нас будет полностью спутник на нас нацелен. И все тогда будет хорошо. Главное, чтобы со спутника по нам ни хренакнуло. Так. Да матушка моя. Откуда столько говна-то? И ты еще что за крокодилина? Так, убить вначале тебя. Потом толстяка. В смысле он невосприимчив? Ну что, там все охренели, что ли? Ай-яй. Лови подарочек. Чешмек. А, так вот из-за кого. Военный спутник на позиции. Запрашиваю орбитальную поддержку. И здесь, ребята, вы меня чуть не убили. Анна, как ты приказала ему выстрелить? Я просто попросила. Мы создали Распутина, чтобы помочь человечеству. Он слушается меня. В этот раз он послушался. Но готова ли ты к тому, что однажды он может перестать тебе подчиняться? Страж, захвати фрагмент странника и возвращайся на Марс. Мы объявляем войну Богу. Оу, плохая идея. Так, ладно. В данный момент мы не можем открыть другие задания пункта назначения. Мы, видимо, уплыли, да? Да. Так. Миссия глубины в кратере Лада. Ладно. Это типа получить? Мы можем там что-то получить. Почему бы туда не переместиться? Главное, чтобы это не было сильно долго.
Надеюсь, мы сделаем это довольно быстро. Так. Заходим сюда. Мои знания. И покуда светит солнце, последователи будут ждать его здесь. Выберите другой знак героических приключений, чтобы продолжить защищать бесконечный лес. Ну ладно, допустим, ты нам что-то полезное сделал, да? Не, не хватит, по идее, да? Не, хватило. Мои знания изменят мир. Я расскажу всем о своей... о мудрости Осириса. Ну да, не о своей. Ладно, кстати, может попробуем вот эту хрень сделать? Давайте, раз, давайте. Может просто нам надо было быстрее. Два. Последователи Осириса боятся вексов больше всего на свете. Я точно помню, что я... Ну, больше здесь их реально нет. Три. Четыре. Ну, блин, если сейчас не получится, значит дело даже не в скорости. Я не знаю тогда, в чем проблема. О, смотрите-ка, он теперь он доступен. Доедить. Ура! О, слияние активировано, что? А, смотрите, вон такая хрень появилась. Чё это? Чё он делает? О, брендмауэр декодирован. Все, походу, можно собраться. Еее! Эхонокс. Прикольно. Вы пришли сюда в поисках истины. Я могу открыть ее тебе. Да не, не в поисках истины, ну да ладно. А, пункт назначения. Так, в кратере, да? Да-да-да. Теперь там доступно новое задание. Есть два типа людей. Те, кто следует за Осирисом. Значит, дело все-таки было в скорости. Просто я слишком медленно искал последнюю, видимо, книгу. Вот видите, почти... Почти логика не подвела меня. Интересно, есть ли еще такие, еще какие-нибудь там секретики? Так. Надо быстрее вон ту хрень делать, я не знаю. Мне кажется, мы не успеем убить достаточное количество.
Ничего не дали, да? Всем стражам на этом канале. В вашем секторе упал военный спутник. Мне не помешала бы помощь в извлечении данных. Мы не можем позволить Улью завладеть этим спутником. Ну это да. А мы и не позволим. Распутин телепортирует Валькирию в твой сектор. Нахрена ты сразу-то прайм берешь, ё-моё. Тупой что ли? Ну может нам пригодится попозже, джаджа. Когда нам люлей будут давать. Там мразоту, допустим, убивать. Улей подключил подавляющее поле. Ай. Больно. Это поможет отразить атаку Улья. Я так предположу, если все три вот эти хрени убить, врубится типа героический режим. Так. Ну где какая-нибудь хрень? Распутин телепортирует Валькирию в твой сектор. Так. Улей подключил подавляющее поле. Так, уничтожаем вот эту хренотень. Блин, не успели. Все данные извлечены. Отправляю их тебе, Анна. Данные получены. Спасибо, страж. Хреново. Не получилось получить героическую хрень. Так ли оно делается, Красный на самом деле? Красный легион отнял у нас все, что только мог. Теперь он переместился на Марс и грабит руины времен Золотого века. Разведчики сообщают о повышении активности в вашем секторе. Разыщите Красный легион и выясните, что он задумал. Но как бы не проблема. Нет.
Я увидел тут тебя. О. Еще одна хренотень, которую можно убить. Мы нашли какую-то схему. Это план атаки на комплекс Брея. Срочно отправляйтесь туда. Если вы поторопитесь, то сможете взять их на месте. Уже две. Так, стоп, тут от меня сбоку какая-то пещера. Ты что, охренел меня, что ли, отталкивать? Так. И прям здесь где-то на краю есть сундучок. Думаю, сундучок вот здесь. Да. Эта хрень вот здесь. Хм. Интересно, что за нее дадут. Хм. Спускаемся мы явно глубоко. Явно тут много кабал. Убить я попытался вон ту мразоту, которая полетела с обрыва. Замечательно. Я увидел там эту хрень. Маленькую хрень, которую надо разбить. Вон она. Так. Не, ну стопы, это выход. А где дальнейшая часть прохождения? Вон туда, наверх. Наверх, точняк. Чё-то я не подумал. Мы же можем вот сюда, вот дальше пройти. Ну-к нафиг. Вы чё-то, ребят, перебарщиваете. С электричеством и прочей хренью. Если его хоть задел? Нет, серьезно. Ладно. Так. Ау, больно. Но эта хрень довольно сильная в плане оружия.
Нужно что-то помощнее, чем просто винторезы. Я тебя уничтожу, блин. Не получилось. Я это все-таки сделал. Ура! Разграбили! Разграбили! Обидно, что нельзя призвать здесь Спэрроу. Ну, придется без него путешествовать, видимо. Ладно, ничего страшного. Блин, а вот это было прикольно. Кстати, скоро получу левел. Так, уничтожить бойцов Красного Легиона, да без проблем. Вы мне главное покажите, куда идти. А там уж, я думаю, я справлюсь. Главное втиснуться в дырочки, в которые надо втискиваться. Оп. Аккуратненько. Может, немножко подгораем. Че, все, я встрял, да? Ух, ё-моё, как же его понесло-то. Видимо, только так. Красный Легион похитил энергию из комплекса. Не дайте им уйти с аккумуляторами. Уничтожьте их немедленно. Так. О, сундучело. Угу. Да что ж за хренотень-то? С ними покончено. Но это не значит, что Красный Легион больше не вернется. Если мы раздобудем коммуникационные коды Кабал, я смогу отправить сигнал Красному Легиону. Затем вы устроите засаду и прервете их операцию. Мне нравится ход твоих мыслей. Так. Ты что, хочешь за мою машинку, что ли, сесть? Я нашел еще одну! Как знал! Как, сука, знал!
Сериусли, я только одного убил. Последний код наверху, вон там. Неподалеку есть ущелье, идеально подходящее для засады. Я позаботился о том, чтобы мы смогли устроить им особый сюрприз. Так, я думаю, я поеду туда на своей машинке. Вы же никто не против, да? Зря я ее, что ли, брал. Мой маленький друг-перехватчик. Поехали, надеюсь, тебя хватит на это дело. Так. Мы едем, едем, едем в далекие края. У Деври Макея осталась взрывчатка, которая может сослужить нам хорошую службу. Он передает привет. Зачем Деври хранит взрывчатку? Это был самый большой фейл, который я только видел. Установка. 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 Давай заберемся повыше, пока гости не заявились. Но проблем, как говорится. Отправляем им сигнал. Но пока я что-то никого не вижу. Красиво, кстати, в небе. Ну вот и эти засранцы. Чистенько. На все группы хватит. Смотри, что будет сейчас. Видел, да? И главное, ни одной лишней взрывчатки не взорвано. Кажется, их командующему это не понравилось. Интересно, почему? Ну ладно, с тобой я разберусь лично. О, вот это вот был фейл. Мой свет угасает. Нет. Блин, та позиция была намного лучше.
Level complete. Кажется, их командующему это не понравилось. Ну, я думаю, их командующему может много чего не нравится, но мне, в принципе, насрать. Я просто разорву их на части. Пока. По идее, мы серьезно нарушили систему снабжения Красного Легиона. Хотя бы на время. Отличная работа. Мы не можем вернуть тех, кого потеряли. Но мы не допустим, чтобы Красный Легион снова причинил нам вред. А это логично. Так. Что мы можем сделать? Например, вот эту хрень сделать. Она уже вот-вот начнется. Или уже началась. Или уже почти заканчивается. Ты хрень какая злая-то, а? Опять маяк, да? Всем стражам на этом канале. В вашем секторе упал военный спутник. Мне не помешала бы помощь в извлечении данных. Мы не можем позволить Улью завладеть этим спутником. Распутин запустил под программой наступление. Копье должно появиться с минуты на минуту. Ну да, логично. За место копья здесь потом появляется какая-нибудь хрень. Почему эта хрень происходила? Улей подключил подавляющее поле. Ау. Кейс хрени откроется. Видимо, вот это, которое меня сейчас убьет. Это поможет отразить атаку Улья. Ау. Срочно хреначить по этому говну, пока оно не закрылось. Распутин запустил под программой наступление. Копье должно появиться с минуты на минуту.
Улей подключил подавляющее поле. Так, иначе по ней. Окей. Улей отправил к вам Огра. Распутин запустил под программой наступление. Копье должно появиться с минуты на минуту. Мы этим займемся. Так, надо уничтожить вот этих хрени. Иначе с Огром будет немножко проблематично. Огр уничтожен. Военный спутник в безопасности. И все за день работы? Вот это да! Но за героя дают больше. Ну, не сильно-то больше дали. Ладно. Короче, мы идем. Идем. А куда мы, собственно, идем? Что у нас отобрал враг. Угу. А что у нас отобрал враг? Ой-ой-ой, ты чё так по людям стреляешь? Попасть же можешь ненароком. Так, мне кажется, или вот там вот, да, неуязвимая хрень, которую можно убить из вот этого вот оружия. Вот и улей. Табличка улья. Так. Чё-чё. Как много табличек улей. Улиев я собрал. Так. Здесь... Да, это будет еще улей. Угу. Замечательно. Садимся на Спероу. А, гоним куда-нибудь и уничтожаем улей. Тем более, что есть куда. Круто. Миссия, так сказать, complete.
Темплевит. Вы все, конечно, очень ребята крутые, но я думаю, что даже вам, люлей, придется позаниматься. Да ты чё? Ой, а вот этого я не ждал. Прикольный такой чувак. Ну вот, не зря с ним бился. Чё-то додали. Мне кажется, эта хрень какая-то странная. Их здесь аж две. Завершённые задания. Круто. Так... Только ни хрена непонятно. Какого тут только говна нету. Ладно, будем узнавать, как же все-таки форсирующую эту частоту заработать или найти. Ничего нету. Ну, мне мало ли, просто здесь эти хрени есть где-нибудь. Кто знает. Может, там маяк какой-нибудь. Кстати говоря, нам в ту сторону. Больше-то здесь вроде нет ничего. Так. Спэроу быстренько нас доставит до нужного места нахождения. Оп. Да, еще одно нашел. Итого их у меня, кстати, сколько? 6 из 45, неплохо. Для начала-то, да? Все равно не подпрыгнуть. Ладно. Ну, можно же было попробовать, правильно? Не. Ладно, где задание-то? Вон где я его, получается, пропустил, типа, да? Слушайте.
друзьяшки мои, а мне кажется, нам на самом деле хватит на сегодня. Поэтому, наверное, всем пока, всем удачи, спасибо за просмотр, увидимся в следующем.